Алена Бабенко. О корнете. Один корнет задумал славу, прекрасный в нем добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот когда-то вожделенья уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет очаровательный корнет. Все дело в том, что, к сожалению, все дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет. Все дело в том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет. Тогда корнет решил жениться и взять приданое миллион. Нашел в провинции невесту, и под венец помчался он. От вожделенья уже кружилась голова, и то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет очаровательный корнет. Все дело в том, что невесты, что дело в том, что невесты приданного помине нет. Все дело в том, что невесты приданного помине нет. Тогда корнет бежать решился. Из-под венца какой скандал! На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал. Даже от близости спасенья уже кружилась голова. Не то с небес, не то поближе расстались горькие слова. А видите ли, мой корнет очаровательный корнет. Все дело в том, что в дилижансе, все дело в том, что в дилижансе свободных мест, представьте, нет. Все дело в том, что в дилижансе свободных мест, представьте, нет. Спасибо.